А, да, я видел, что он его купил, как раз хотел об этом тоже рассказать после монолога о Террорблейде. Но это интересная история. Это необычно, да. Такое, на перспективу. Ну, по-хорошему, вроде как не давят вас пока особо. Хотя вот могут начать в любой момент, как ни странно. Да, Хакода могут ей еще уничтожить. И, знаешь, это, мне кажется, имеет две стороны медали. Привет. До этого момента будет, я думаю, такой полуотдых. Да, все-таки БКБ надежно играет Петушара, что не может не радовать глаз. Но атака в его сторону идет. Понимают, что лучше всего атаковать Брейкер, чтобы она никуда не прилетала. Надо убивать ее. Да, на нее вот как раз нападают. Приходит ГПК. Есть от Ямича прокаст. Пау! Петушара быстро погиб. Вновь не успевает команда Mind Games. Несмотря на то, что телепорты некоторые были нажаты. Да, бигным Сейнкрадом. Mind Games действительно, вот они такие, ладно, го, кач. Вопрос, зачем вы, берете Пуджа на керри, с таким расположением духа, с таким, да, пониманием игры и все такое. Б, почему вы позволяете забирать какого-нибудь Террорблейда сопернику? Так я тебе скажу больше, если что, аутсайдеры забрали уже 3 внешние вышки, Т1. А вы забрали 2, и вы перестали действовать агрессивно. Поймали, кстати, очень здорово поймали Войт Спирита. Он здесь будет умирать, но... Хорошо, все, объект есть. Теперь важно, теперь важно. До объекта понятно, не было все. Важно. Хейтер. ГПК Ремнанта проверяет, ловит Пуджа. Приходится забирать Эгиду Петушаря. И подставился ГПК, он по-прежнему на поводке. Но сейчас заканчивается действие Дримкойла. И, скорее всего, Рамзес, что, поубивает всех? Сандер? Нет. Контроль. Все, погиб Рамзес. А без него урона больше не будет. Да, 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 это победа Mind Games в замесяц. Полномасштабное вторжение России в Украину. И Майнкаст совместно с украинским сервисом Донателло собирает средства на помощь вооруженным силам Украины и мирным жителям, которые от этой войны пострадали. Чтобы отправить вашу помощь, перейдите по ссылочке под трансляцией, там баннерочек. Там есть все необходимое для этого. И. Все аутсайдеры, появятся герои, все это они успеют. Да, и Террорблейд продолжает обрастать предметами. У него уже кристаллис появился, это там Сильвер Эдж, кажется, да? Я вообще не боюсь Террорблейда в этой игре, если честно. Я вижу артефакты, брейкеры, буча, я Террорблейда вообще не боюсь. Сейчас поглядим, пока что живет динозаврик. Вот твой нормально придавило Террорблейда. Закончится. А почему не заканчивается? А где Брейкер? Она далеко, у меня же нет ультимейта. Не закончится. Блин. Это в следующей серии будет. Это был анонс следующей серии нашего сериала Террорблейд. Понял. В мире Доты. Рамзес такой говорит, ребята, сейчас приду, да я. ДТБ. Вот именно Блинки тут нужен был как финальный элемент этого билда. Да-да, там скан, кстати. Нажимали только что? Интересно, слушай, не хотят вижен поставить, хотят забегать дальше. Контр-смок. У динозаврика крайне опасная позиция, но он плотный. Да, закончился там смок. Пака нашли, и на пак напали, очень быстро убили, а он без выкупа. ГПК, правда, ближе всех находится к динозаврику. Мага поймал за хвост. За ним ехал Кук, он... Этот сценарий не произошел, но он вполне реален. Ты имеешь в виду, начнет прям замахиваться, да, потом да. Прыгнет? Не, я имею в виду, что прыгнет снэп, когда с контроль, потом прыгнет брейкер, ты умер. А, все. Снэпка может, кстати, ну да, сделать. Да. Снэпка опасная. Конечно. Вот. Снэпка, стан, брейкер, стан. Вот так, можно прыгнуть, убить. Да, Ямича забрали. Пак, дримкойлит. Опять рор, опять пака могут за полсекунды убить. Да. И огрмаг едят, подходит Рамзес. Вот она, донбрейкер, но там Блэк Кинг Бар. Рамзес без формы, что, будет ее нажимать или нет? Или пожалеет пока что? Да, летит сюда ДБ, а где здоровье у Пуджа? Да его нет просто, напросто. Ему и форма не нужна. Ему и форма не нужна. Он и без Диванзила, и без формы, без всего вообще. Пришел Рамзес, просто правой кнопочкой закончил эту игру. Да, это БГ, аутсайдерс первую карту забирают. Конечно, сейчас еще мы можем услышать несколько раз звуки выкупов. Но это не изменит. Они вообще ничего не поменяют, естественно.